Отличная песня для наличия клипа. Да. Что это такое у нас будет? Кстати, предыдущий клип на Верлов, по-моему, был жесткий. Да? По-моему, это было прям очень-очень хорошо. Сначала мы, конечно же, конечно же. Послушаем внимательно, что здесь, да, Неверлов, продюсер Бен Неверлов, российская рок-группа из Москвы, ставшая популярной после выпуска альбома «Рекла-в-рок», а именно такими синглами из альбома, как «Тяночка». Отлично. Ну да, то есть тут у нас такой метал, да, жесткий металл. Смотрим, что это такое. Обложечка, да, обложечка у нас прям флешбеки из 2000-х, причем реперские, да, в основном, конечно же. Смотрим, я не хочу жить в Дубае, там, да, на заставочке. Или хочу. Окей. Смотрим, что у нас здесь. Добро пожаловать в эскорт. Let's go. Ну, клип мы знаем, да, на этот трек, на самом деле. Я думаю, что клип мы точно знаем на этот трек, и как бы нам его даже как будто бы и искать не надо. Вы знаете, да, его? Я думаю, что вы знаете клип. Угу. Да где же он? А чё он не находится-то? А, вот он. Конечно же, да. Клип вот он на эту песню, да, естественно. Бля, база вообще, я даже не слышу этот трек до этого. Горбатится пусть скоро, а ты вареника вруби бабло, детка, это эскорт. Окей. Расцвет твой инстаграм, подруги в шоке, все ты щедрость богачей приручила. Успех не по годам, эскорт суперзвезда. За 40 тысяч, там вот за полный рублей. Вечером встреча с принцем и пара его друзей. Уже так все равно, кто нам что говорит. Сколько ты делаешь в ночь, они не сделают жизнь. Челяба ОАЭ, взлетает самолет. Билет на мою жизнь, добро пожаловать в эскорт. Бугатти и Кортье, шейхи и крипта. Все мечты у твоих ног, пока. Модели бизнес-коуч, эксперт, предприниматель во все щели всю ночь. 5 на 29, горбатится пусть скоро. А ты вареники вруби бабло, детка, это эскорт. Смывая утром свой сикисый взгляд, увидишь то, о чем они молчат. Отражение треснутой души. Сможешь ли ты вновь без гонорара любить? Пусть радуется мать закрытым долгам.
Челяба ОАЭ. Челяба? Из Челябы? И к принцу, да, сразу? Еще и рекордсмен Бурж-Халифы. Щещ! Рождена не для однушки и кредита за iPhone. Это реклама эскорта, да? Вместе 40 тысяч, 7 утра на метро. Рождена не для однушки, кредита за iPhone. Используй свой шанс. Вперед навстречу мечте. Бизнес-кейс, да? Продают бизнес-кейс. Да? Это да. Вечером встреча с принцем и парой его друзей. Чтобы там песня. Я хочу жить в Дубае, и я хочу жить в Дубае. Но там в данном случае строчка не про Оксимирона, да. Не Оксимирона ебали, как бы тут как бы другая, да, история. Да. Ну, что делать? Такая вот история, да. Такая вот история. Ой, 52, горбайца пусть скот, а ты вареником руби бабло, детка. Бля, пиздец грязно, бро, мерзко пиздец просто, вообще. Прям такая тема, знаешь, там, бля, пизда вареником. Ёбаный в рот. Знай, как по рукам блестеть, нахуях скакать. Нахуях скакать вареником руби бабло. Вот прям какая-то вот сельбанская, блядь, грязь. Ебучая просто, да. Обложки соответствуют полностью. В общем, на мой взгляд, как бы, если бы песня была немножечко с таким... слегка подъебом, да, где все читалось бы прямо, но без откровенных вот прям грязных, да, вот грязных строк, песня воспринималась бы гораздо более интересно во всех смыслах. А так вот, вот, блядь, вот эта вот попытка как-то привиноватить, да, детка, сможешь ли ты любить после этого, хуй знает, не звучит, да, хочется сказать, блядь, чел, да похуй, вот честно, бля, ну нет желания даже слушать. Отражение треснутой души. Уже это не работает. Сможешь ли ты вновь без гонорара любить? Отражение треснутой души. Увидишь то, о чем они молчат. Это вся уже драма, она нихуя не драмит. После вот грязюки все вылитой, уже не драмит драма. Такая тема. Ну, давайте поставим, да, тречочку. На сайте обсуждают по этому поводу. Рифмы и образы. Ну, сторителлинг, да, спасибо за сторителлинг. Но в целом, в рамках вот принципа «по рукам ты пошла», проституция — это плохо, эскорт — это не то, нас обманывают, и за бизнес-коучем и моделью написано что-то другое. Блять. 6. Структура ритмика. Прикольно, бриджики, хорошо работает. Повторений, возможно, много, слишком долго, типа 6-7 баллов, да. Но в рамках такого прям старой рок-музыки с элементами металла. Реализация стиля. Восемь. 7, 3, 4. А теперь самое главное. Мы сейчас посмотрели реальный клип. Сейчас давайте подставим. Мы сейчас посмотрели с клипом, да? А сейчас мы подставим. Сейчас мы подставим под другой клип эту песню и посмотрим, как оно будет с ней. Это, как я понял, принц со своими друзьями. Но я
Ну, такой прям откровенно грязнючий клип, да. Да, здесь клип сам по себе попроще, несравнимо с тем, что было до этого, ребят, по клипу, по визуалу. И песни, конечно, там... Так-то с точки зрения происходящего, я мастер стоп-кадра, конечно же, всегда, да. Так-то то, что они поют, база. Ну, как бы, да, это реальность. На самом деле, если кто-то думает, что там девчонки там поехали, там красиво отдохнули, ну, бля, это даже он поет, что касается секса. Хотя есть проблема, очевидно, заключается она в том, что, я не знаю, сколько это можно на Твиче обсуждать, наверное, нельзя, что как бы вот эта вся тема, если особенно шейхов касается, там вообще уже речь не про секс как бы идет. Там совсем другие забавы и максимально ебанутые они, поэтому это отдок вообще тот еще. Вареником там, блядь, это... Вот, поэтому, да, типа, это как вот бабушка, да, какая-нибудь, типа там, ой, там опять проститутка малолетняя, хуйня. То есть подано, подать это можно гораздо жестче, да, гораздо язвительнее, если надо. И гораздо более жизненнее, да. Поэтому такое, типа. Супербогатые люди. Ну да, конечно, конечно. То есть уже отношение к людям там другое совсем абсолютно. И нет отношения того, что ты там с кем-то со всеми и так далее. Ты просто уже, ну типа, двигаешься в своей вселенной немножечко. Так или иначе. Особенно, если это с детства, если это вот ты такой вот есть. Если в какой-то момент взрослый человек это уже принимает, он уже сформирован, у него есть база. Особенно за тридцатку, если, да, похуй, там уже, ну надо быть просто слабым. То, что тебя сломают бабки. А если ты изначально такой весь особенный, да, то это пиздец. В данном случае это так, там вот что касается людей, которых он перечислил, это так. Поэтому там забавы типа вообще о другом, да. К сексу мало отношения имеют. Поэтому там вот, вот то, что вот происходит, да. Только денег побольше нападано. Это все база, но в целом, блин. Эх. Да, подано грязи, ненужной много. Ну, может быть, специально просто, да, типа такая, так сказать, народная песня, может быть. Наверное, так, ладно. Не буду мозги ебать. Сделали прикольно. Но за предыдущий клип, конечно, спасибо. Че, вы норм навалили, да, грязи? За столом, который флексит. Респект.
шейхи и крипта. Все мечты у твоих ноль, пока работает пизда. В сетях своих пиши, смотри бизнес-коуч. Предприниматель во все щели и всю ночь. Как на 29, как батится пуску. А ты вареники вруби бабло, детка, это СК. Хуя там базированный клип, да? Дэм, год дамит. Если вдруг, имейте в виду, да, сумасшедший тур у ребят происходит, да, по бесконечному количеству городов. Народу нравится в России. Все четенько. Все кайф. Но базированный клип мы знаем, да. Базированный клип под эту песню мы знаем. Спасибо большое. Спасибо большое ребятам. Спасибо, да, тур сумасшедший. Респект. А, сайт же... Ребята же у нас... Трек-то у нас этот был уже. Здесь. Так, и что там? Добро пожаловать! 63. Дамит. Год дамит. Берет новую жизнь. Блять, назвать так видос, что ли? Для меня эта песня стала знакомством с Неверлов. Что могу сказать? Очень интересно, приятно. Ребята имеют свой стиль и красиво преподносят нам. Очень красиво. Берутся за злободневную тему и максимально раскручивают ее, чтобы мы погрузились, и будучи и знакомыми, и не очень. Начинаем понимать ситуацию и про что говорит автор. Ту-ду. Как раз таки главное преимущество является текст. Красиво обыграна история. 10 баллов за текст. Принесены все нужные атрибуты очень понятной и яркой стороны. Ну вот, вот в принципе, да, вот в принципе вам отзыв. Значит, это мозгоёб я, да, который считает, что это слишком грязно. Причем Данди Дада не кринж, да, он как бы, ну... Так-то у него 400 рецензий, да, и 2000 лукасов. Самый продуктивный рецензент, на деле вечный претендент, малодедуктивный репрезент, я по делу верной сфере Кент. Шарю в очень многих сфер, портрет, нарисую свой портрет. И вообще Кизару поет про слово «мент». Остальное, если честно, хорошо, но интересным это уже сложно выделить. Немного поддушили однотипностью и ровностью исполнения. Ставлю по восьмерке, очень даже прекрасно. Ну, в целом, да, качественный. Атмосфера вайп подгрузили в историю, сама песня простовата. Панк-рок, который уже никто не пишет. Группа решила полностью погрузиться в атмосферу старого рок-звучания, что у них довольно неплохо получилось. Вряд ли они ставили на популярность этого трека. Трек выполнен не в том формате, в котором делают рок сейчас. За актуальное жанра 1-2. Слушай, а это неплохо, бро. Про харизму сказать мало чего могу, так как не особо знакомлен с остальным творчеством. Объединение тут чисто субъективно. Вокал, как я понимаю, специально выведен по треке 2000-го. Тут 7-8 за свидос исполнено вполне. Порадовал бридж в конце трека, структура особо не удивила. Тема вареников раскрыта. Вот это мы точно берем. Вдохновились Александром Тепловым. От Неверлов слышал всего пару треков, на один из которых был просто бомбический клип «База». Поборовшись за клип месяца, но, к сожалению, победивший в нем, хотя лично мне в том месяце он был победителем. Очень крутой клип, да, вопрос нет. От этого трека ничего не ожидал, но по итогу остался доволен данной работой. А, любитель, да, раскрытых тем на определенные темы. 10! Казалось бы, текст как... Прости, может быть сильным, но Неверлов могли сделать его именно таким, обыграв данную тему множеством интересных и цепляющих образов. Все, ладно. Окей. Вы сделали все правильно. Сумку за 40 Бугатти и крипта. Ты же друзей. Особенно понравились строки и все мечты у твоих ног, пока работает пизда. Вареником руби бабло, детка, это эскорт. Потому что они пробивают на улыбку, да и вообще лучше всего цепляют ухо. В общем, здесь высокий балл можно ставить как минимум из-за выбранной для повествования темы, потому что про это пели прям вот так, я раньше не слышал. А максималку уже можно ставить по той причине, как красиво группа это все преподнесла. Блядь, чат, вы что думаете по этому поводу?
Вы что думаете по этому поводу? Это уже не панк. Объясню, почему такие тексты были раньше панком. Потому что провоцировали, эпатировали. Сейчас это вызывает никакой реакции. Типа, слышишь, факт, база, ты задушил. Я думаю, ты поддушил. Факт, база, я думаю, челяба. О, мне гипер зашло. Хуйня какая, слишком грязно. Стилюки какие-то пишут. Тепло в шарит, поддерживаю пацана. Все, базару нет. Базару нет, все, вот база. Реализация стиля исполнена все шикарно. Пару моментов. Солисты справились с инструменталом на все 100%. Очень нативно в зизде все исполнил. В особенности мне понравилось, как он закончил песню. Прям вот жирнейшую, сочную точку поставил. Кайф просто. В плане индивидуальности группа Never Love, по-моему, весьма узнаваема. По крайней мере, тембр голоса у солиста очень запоминающая. Так что по итогу здесь крепкие 10 баллов. Первый трек от Never Love, залетевший ко мне в плейлист. Понравился мне своей нестандартной темой повествования. На тему повествования прямо чистотой звучания. Шикарный харизма артиста. Припев, кстати, звучит довольно-таки хитов. Хорошо цепляет. Обложка полностью подходит. Думаю, в номинацию смело можно забирать. Три. Тяжелый, тяжелейший капец. Нет вопросов. Два. Самобытный рок с грязным текстом. Ну, хоть кто-то. С артистом до написания рецензии не был знаком. Решил ознакомиться с последними тремя сольными работами и стал так делать в случае, когда не знаком с артистом. О! Я стал так делать в случае, когда не знаком с артистом, но иногда приходится на всякий случай послушать чуть больше треков, чтобы понять лучше. Хоть немного послушал, мне хватило. Послушал треки «Волшебник», «Слэйр», «Оставаться счастливо». Или «Счастливо». «Оставаться счастливо». Да... Больше всех понравился трек «Волшебник». Это самый тайповый трек без экспериментов. Да, трек «Slayer». Как раз из-за ряда экспериментов звучит более необычно. Слушай, красавчик, бро. Данил, 18 лет. Пишу рецухи от души. Всем спасибо за лайки и за то, что читаете. Если что, можете ознакомиться. Да, тут аватарочка по базе. Аватарочка по базе. Волшебник, я делал выводы, что артист самобытный, со своим звучанием, крепким текстом и харизмом. Перейдем к разбору нового трека. Рифмы, образы, мне очень зашел текст. Грязно, забавно, его развитие на протяжении всего трека присутствует. Тема эскорта артиста раскрыл 9 баллов. Структура, ритмика, трек идет 3.31. Я немного задушился последний. Короче, я захотел эстетики, да, не по теме. Я захотел эстетики, а пацаны просто, блядь, кинули в грязь, да, блядь. Грязь в лицо, да. Просто взяли вот так, скомкали ее и кинули, да, максимально. И все такие, воу, ебать, как это вкусно. А можно, пожалуйста, ну, а можно, пожалуйста, еще? Супер, супер. Значит, все заебись, вопросов нет. Я думаю, над структурой можно было побольше постараться. Не могу поставить больше 8 баллов, интересного развития бита не было. Реализация, если артист довольно неплохо чувствует биты, реализована хорошо, нативная агрессия и харизма на бите. Могу выделить строчки, в которых мне очень понравилось, как артист сделал акцент на определенных словах. И формами наградила природа. Очень нравится, как артист протянул слово природа. И кто придумал это, да, что такая красота? Красиво, агрессивно реализованное последнее слово строчки. В месяц за 40 тысяч в 7 утра на метро. С агрессией залетел на начало строчки, затем сбавил обороты и пошел более спокойно. Примеров, которые я привел, думаю, достаточно. Эти детали кажутся мелочами, но на самом деле они показывают, насколько хорошо артист чувствует музыку. Долго думал, что ставить 8 или 9, но пришел к выводу, что за погружение в биты временного разнообразия в рамках строчек можно ставить 9 баллов. Видно, как артист погружается в музыку и кайфует от того, что делает. Трек звучит живо, и ты веришь артисту. Самобытность и изюминка... Ну, это база. В харизм, по моему мнению, не дожал. В некоторых моментах хотелось больше мяса и экспрессии. Артист еще не до конца нашел свой фирменный стиль. В его релизах имеются эксперименты. Это я понял, послушав трек Slayer. Другие работы исполнителя не шарятся. Я думаю, что Never Love должны зарегистрироваться на сайте. И ставить таким рецензиям лайки фирменные. Дерзко, да, я пришел к байту? Да, бро? Это очень круто, я понимаю, почему его слушают, у него есть фанаты. Это интересная, яркая, живая музыка, которая заряжает энергией. К сожалению, меня трек ничем не смог зацепить и показался немного душным. Мне не особо нравится рок. Из этого жанра мне симпатизирует только музыка «Три дня дождя». Он мастер жанра и делает очень крутые. Ну, другой вайб немного, абсолютно. Да, абсолютно не то, не немного. Последний альбом мне очень зашел. Imagine Dragons. Драки других исполнителей в этом жанре мне редко заходят. Последний трек в таком звучании, который мне понравился, заказной трек вроде... Странное исполнение «Пустые зеркала». Да, дерзкий трек, пиздец. Этот трек по вайбу на 2 для меня.
Вы поняли, да, насколько он конструктивно разложил, да, и по тексту, и по и два по вайбу. Думаю, да, уходит в сторону металла. Не поп-рок, звучание не самое мейнстримное. Ярко претендует название музыки для массового слушателя. Тренд 3-4, не особо шарен, ставлю 4 балла за трендовость. Яркая обложка соответствует треку. Довольно простая, на облогу месяца, думаю, не тянет. Бит интересный, особого развития я не увидел. Точно не претендует на продюсера месяца, по моему мнению. Значит, хит месяца ХЗ как будто нет, но пусть решит Флом. Спасибо, РСТ, за возможность выражать свое мнение, делиться мыслями. Спасибо тебе, бро, за такие конструктивные, развернутые мысли, скажу тебе я. Очень интересно изучать новую музыку. Извиняюсь, подруинил среднюю оценку, но постарался максимально. Да прекращай вот эту хуйню. Вот эту хуйню прекращай, бро. Задача проекта заключается в том, чтобы каждый человек, как независимая личность, которая слушает музыку лично со своей призмы, высказывал мнение, что ты сделал очень хорошо. С кем ты согласен, не согласен, это не важно. Ты даешь свою оценку и свое восприятие. И это очень важно. Более интересные рифмовки или более яркий звучок, значит, реализация индивидуальности харизмы. Спасибо, Арти, за трек, желаю удачи. Спасибо, бро, вообще жестко, да. Тут еще кто-то умудрился успеть. Мама, я в Дубае. 10, 5 баллов. Ну, это если тему, да, брать. Актуальность темы. Очень дерзкая блога, дерзкие тексты, крутая песня. И так это было действительно неожиданно, это было интересно. Собственно, я уже готов оценить это после того, как я смог это как следует проживать. Итак, по тексту тут нет 10. Текст варьируется от 7-9. Но, скорее всего, я поставлю 8, так как есть весьма простенькие рифмы. Да. Структура ритмика, ну так 9 не тянет, явно немного духота, припев, значит 8. Реализация стиля, я не так часто слушаю Neverlove, но артист уже сформировал свой собственный стиль и как и отработал именно на этой песне. На 9-10, пусть будет 9. Индивидуальность и харизма, с индивидуальностью, я думаю, тут нет проблем, в принципе, это 9. Но живые куплеты и потрясающий бридж, пожалуй, выставлю 10. Вайб за первый куплет 5, бридж 5, второй куплет 4, 5, припев 5, немного жалко, за ним придется поставить. Трендовость и актуальность, слишком задрана планка по актуальности, эта песня явно синонимична слову «тренд». Хотя является не совсем популярным жанром, но трек реально задает тебе звучанием, заедает. Как будто бы 5, по итогу мемы на 74 балла. Спасибо, бро. Спасибо. Бля, дерзкие рецензии. Вообще дерзкие. Дерзкие. Как же Флом тянет. Да не, бро, ты чё, пиздец, интересно было прочитать. Вот отвечаю тебе. Очень интересно. Как будто бы прям вообще, да, крутые мнения. Вот альтернативные разные мнения. Да, и в чате, и здесь, и я разбираю по-своему. Мне показалось слишком грязно. Но учитывая, что типа это можно воспринимать как кидание в лицо, да, бля, грязного белья какого-то. И прям просто грязи земли, да, с пола поднятой. И вот этих скомканных денег. Окей. Я считаю, что это слишком просто. Ну, эта простота зашла, да, многим людям. Окей. Да не, реально, бля, это база в том плане, что мне реально интересно это читать. Что по облоге по итогу? Не, по облоге нет. Как будто бы, ну, нет. Причем, если говорить с точки зрения облоги работы, на какой-то хип-хоп 2000-х тянет. Я не вижу здесь рока. Ну нет, это какой-то хип-хоп, да, тут нам, не знаю, Рик Росс рассказывает, что он ездит, блядь, в Дубай, да, и флексит с тёлками. Ну нету здесь рока. Нет. Угадаете, какое? Угадаем, бро, на букву П, да. Шрифт рокерский. Ну, Iron Maiden, да, норм. Но это как бы такая база их. Ну нет, нет. Спасибо, короче, спасибо. 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 Все.